Говорят, вас похитили? Да. Ну, было дело, но уже все прошло. Это вы? Мы. Вас сегодня в черную машину посадили и увезли. Да, посадили. Расскажите, как это было, почему, кто к вам пришел? Я рассказывать не буду, потому что этим бандюгам пообещал, что я писать заявление в милицию не буду, потому что они ничего не делают. И заявлений никаких давать не буду, потому что милиция ничего не делает. У меня в милиции лежит 5 или 6 куспов по этому объекту. Они ничего не делают. С 30 на 1, когда надо было голосовать, была попытка моего похищения. Но им это не удалось. А сегодня им удалось. Разговор был длинный, долгий, было много вопросов, много было ответов. Но они, они кого-то представляли или говорили от собственного имени? От кого они приехали? Я сейчас вам ничего сказать не могу. Я сейчас иду отдыхать, смотреть, что у меня там осталось. А куда вас именно увезли? Я не знаю куда. Я приехал, откуда-то с Челябинского тракта. Лесами там шел, падал и так далее. Как все происходило? Как вас похищали? Еще раз вам говорю, оставьте меня в покое и занимайтесь своими делами. А вас били, у вас шишка на... Ну, били? Я... А скажите, что это за место-то хотя бы у вас тут? Это автосервис. Раньше это был автосервис. Его хотят отобрать, отнять. Требуют у меня, чтобы я его продал за 100 тысяч. Я им сказал, что я продавать не буду ни за 100, ни за 100 миллионов. Это моя собственность. И вот это вся моя собственность. Я подаю в суд. Суды, значит, принимают в мою сторону решение. Но вот эта организация строительная, очень с большими связями, с очень с большими деньгами. Они попирают все законные права. И, видимо, это и есть результатом вот то, что происходит на этом свете. А вы тут живете? Я тут охраняю, потому что сторожей, которые были раньше, их убили. Это было давно. И сюда уже здесь никто не хочет идти. Я вот один охраняю сам свое имущество. Вы говорили, что вас уже до этого похищали, сегодня похитили. Не боитесь, что... Я не боюсь ничего. Я им сказал откровенно... Я говорю, хотите меня, убивайте. Я ничего вам никому не отдам. А откуда у вас это имущество? Это здесь что-то как-то было? Это не что-то как-то было. Это был всегда автосервис. Я в нем работаю с 95 года. Работаю, у меня все документы, сертификация, так далее. Все документы есть. Но вот по земле у меня стали вопросы. И я стал оформлять это, потому что вот эта строительная организация, они... подделывая документы, у меня все есть вот свидетельства. Я сейчас... И подал на это, что у них поддельные документы. Они не хотят, чтобы это все выплыло наружу. Ну и, видимо, вот это и есть следствие вот этих всех событий. А вас оставили на трассе, да? И вам пришлось добираться сегодня пешком? Ну, на видео вы видели, что рот ему закрывали, неизвестные в масках. И он кричал, и жительница первой услышала и позвонила в полицию. А вот видео датировано там 5:20 утра. 5:20 утра, да. вот в это время как раз жительница. Ну, я так понял, в 5:10, 5:11 подъехала машина. Двое вышли, зашли. У нас просматривается вот за этим автобусом, ничего не видно, да, за этим железом. И уже вытащили его в 5:20. То есть видно на видео, что он кричит, что его ведут под руки, возможно, уже в таком полубессознательном состоянии, и садят машину насильно. Но это наш сосед по земельному участку. Вот у него небольшое владение, я так понимаю, что это не жилой объект. Мы с ним пытались взаимодействовать как с соседом, но у нас не вышло, он на контакты не выходит. Он говорит, обращайтесь к нам письменно. Вернее, к нему должны мы были обращаться письменно. Я его историю не разбирался, он нам не мешает. На границе нашего участка проходит вот по тротуару, он нас, наши права никак не затрагивал.